Сказочный мир балета «Рок-концерт» под таким названием сегодня провели ученики школы классического танца для своих сверстников. Детям не только показали отрывки из классических постановок, но и рассказали о секретах балетного закулисья. Урок-концерт начался с полонеза из «Лебединого озера», жемчужины мирового балетного искусства. Не первый год школа классического танца собирает школьников в детской филармонии, где ребята знакомятся с прекрасным искусством балета. Программа урока построена так, чтобы школьникам было интересно и понятно все происходящее на сцене. Это будут отрывки из балетной классики, в частности, из балета Чайковского «Щелкунчик», который мы ежегодно показываем на сцене Вятской филармонии в преддверии Нового года. Это будут отрывки и из других балетных спектаклей. Балетные спектакли эти, как правило, со сказочным сюжетом. Поэтому детям, конечно, очень всегда это бывает интересно и очень легко воспринимается. Кроме того, в течение концерта школьникам раскрыли маленькие тайны балетного закулисья. Например, изготовление специальной балетной обуви. Это очень сложный процесс. Мастерство передается из поколения в поколение, поэтому и делают обувь настоящие мастера своего дела. Традиционно балетные пуанты, а точнее жесткий носок, создается из нескольких слоев проклеенной ткани, и вся работа выполняется вручную. Балетный костюм, или как его еще называют, балетную пачку, делают люди, которых называют пачечниками. Шьют костюмы в специальных театральных мастерских, и процесс этот тоже невероятно сложный. Балет является великим искусством, балет является гордостью нашей страны. И, к сожалению, сейчас вообще очень мало детей вводят вот в этот мир искусства, не только балетного, но и оперного, музыкального. Дети мало интересуются живописью. И мне кажется, вот такие уроки, они должны проводиться как можно чаще. Как отмечает организатор мероприятия, что после таких уроков-концертов дети хотят побывать на больших балетных спектаклях, которые на профессиональной сцене показывает школа классического танца. Михаил Конышев, Максим Козлов, Вести, Киров.